прав, а ты решил верно, наверное. И мне не стоит больше ждать никаких чудес. Но я перед тобой стою, и непонятно, что ловлю. Надену ей кольцо на пальчик. Один мой друг мне дал совет: поищи другую, такую. Вечной любви на свете нет, и твоя пройдет, и твоя пройдет. А я в ответ ему молчу. Заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется по-другому, быть не может, нет. Она ведь придает моему полумраку свет. Мы столько с ней видали, пошумим и пострадали. Мы с одного металла, два ребра одной медали. Я буду ждать, как я не ждал свою Пенелопу. Не важно, сколько я люблю, а значит нету стопа. Она услышит, не поверит, и она простит. Она вернется, и кольцо на пальце заблестит. Она вернется. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется, она вернется, она мне ночью заменяет солнце. И я надену ей кольцо на пальчик. Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад, что вы сегодня с нами. Наверняка удивились тому, что программа «Киносвязи» началась не как обычно. Начали мы с музыки. У нас М-бэнд в гостях в «Киносвязи». Ребята, вы наверняка уже привыкли к этому ультразвуку, который звучит постоянно и сопровождает вас все время. Он уже приятен, такой, он, не знаю. Без него уже сложно. Меня он на будильнике просто скажет. На будильнике этот звук стоит? Да. Ну, да, я понимаю, что вы наверняка просыпаетесь в секунду просто с таким звуком на будильнике. Беруши не носите? Потому что надо беречь слух. Да нет, если беруши затыкаешь, уже в голове кажется галлюцинации, что кто-то кричит. Просто девчонки открывают рот, ничего не слышно, но звук все равно идет. Дорогие друзья, у нас сегодня не просто так мы начали с музыки. Дело в том, что некоторые наши пользователи в Одноклассниках смотрят наш эфир не с самого начала, мы решили вас наказать. Эти люди наверняка еще и сейчас не смотрят наш эфир, а музыка уже практически прошла. Первая часть будет именно музыкальной, а дальше мы будем разговаривать, потому что вопросов тысячи. Ребята, вопросов очень много от наших пользователей. Для начала,
Уважаемые пользователи, для того, чтобы следить за новостями этой прекрасной группы, подписывайтесь на их канал, он сейчас появится внизу. Подписывайтесь вот в Velvet Music, там все новости о ребятах и, в принципе, о всех музыкантах Velvet Music. Вы можете узнавать все из первых уст. Также, если вы хотите поделиться нашей трансляцией со своими друзьями, то вы должны прямо сейчас репостить нашу трансляцию, и тогда у вас на аватарке появится вот такой бейджик. Я все время путаю сторону, вот здесь сейчас появится бейджик. Не тот бейджик, друзья, что вы показали. Окей, лайф, это мы попозже расскажем. Бейдж, да, окей, на связи появится бейджик, поэтому репостите трансляцию, и тогда о том, что мы сегодня разговариваем с М-Бэнд, узнает вся Россия. Блин, сделать это для нас, для ребят, для М-Бэнд. Это прям, да. Вот магия какая-то. Обратите внимание, группа М-Бэнд сейчас обратит, ну, как бы, да, посмотрела на экран и говорит, какие красивые ребята сидят в кадре. Удивились, смотри, какие мы красивые, господи. Удивительно вот эта фишка, когда ты показываешь пальцем, что-то появляется. Мы просто так не умеем, и мы еще не видели таких технологий. Ребята, почаще приходите к нам в гости, теперь уже с этого момента. Теперь про тот бейджик, который показали, но я не рассказал почему. Давайте еще раз посмотрим. Это Окей Лайф. Дело в том, что сегодня, чуть позже, ребята будут отвечать прямо в онлайне на все вопросы, вживую, на все вопросы от вас, без моей помощи. Они это будут делать в небольшую нашу паузу. Поэтому для того, чтобы вы могли задать вопрос ребятам, скачивайте Окей Лайф прямо сейчас и заходите, подписывайтесь на Окей на связи, и тогда у вас прям появится пуш-уведомление о том, что ребята в эфире. Это будет чуть позже, а пока, ребята, продолжаем музыкальную часть. Какая будет вторая песня? Ну, называется она «Чего ты хочешь». Да, песня очень клевая. И она прозвучит в непривычной обработке. И посмотрим. А акустические версии песен, пожалуйста. Сон боли, не клянись, не зови, подожди, не давай обещаний ложных, поцелуй, обожги, выстрели в сердце, это несложно. Остывает солнце на ветру, расскажи, что с нами было, ты играла в странную. Солнце на ветру, так и не расставив точек, я в последний раз тебя спрошу, чего ты хочешь, чего ты хочешь. Знаю, замерзся, это обман. И надо быть выше в небесах. В небесах. Даже с тобой кто-то стал лишним. Ничего не болит. Оборви лепестки горьких сожалений. Давай без обид. Нет больше точек пересечений. Остывает солнце на ветру. Расскажи, что с нами было. Ты играла в странную игру или любила. Остывает солнце на ветру, так и не расставив точек, я в последний раз тебя спрошу, чего ты хочешь. И солнце остывает на ветру. Не стоит жалеть, нет, любовью болеть, когда твое сердце сгорело на треть. Беги, остывай солнце на ветру. Прошло сколько лет, то я так скучал. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь? Остывает солнце на ветру.
растворится этот сон к утру. Остывает солнце на ветру. Я в последний раз тебя спрошу, чего ты хочешь? Остывает солнце на ветру. Расскажи, что с нами было. Ты играл в странную игру или любила? Остывает солнце на ветру. Так и не расставив точек, я в последний раз тебя спрошу, чего ты хочешь. Спасибо. Сегодня в гостях у нас М-бэнд, и начали мы уже с музыкальной части. Вопросы сыпятся в огромном количестве, но были те, кто задал их заранее, и вот парочку вопросов сразу же мы вам зададим. Так, у нас есть девочка, которая задала 42 вопроса. 42, мне, да. Мне кажется, ей уже надо что-то подарить. Ее зовут Настя Топузова. Есть она в зале, нет? Задала 42 вопроса, но не приехала. Она была занята печатанием просто. Какие у вас были клички в школе, ребята? По очереди, прям быстро отвечаем. Толя. В основном меня всегда называли по фамилии Цой. Так проще, ну, так, короткая ну, фамилия, и поэтому... Поэтому Цой, никак, ни других кличек не было. Витя, да. Витя. Это логично. Естественно. Конечно, Витя. Была такая... Хорошо, что не Анита. Была очень веселая одна история. Я ее, кажется, уже где-то рассказывал. Пришли друзья на концерт. Я должен был там выступать. И у уборщицы, которая убирала зал, они говорят: слушайте, а вот вы не знаете, Цой когда выступает? Она такая: вы что, он же умер. Вот такие. И тут выходишь ты, и она как бы, да. И она такая, перекрестилась. Тёма. Не знаю, у меня как-то не было, правда, кличек в школе. Это удивительно почему-то, потому что как только я попал в группу, мне их навесили сразу 500 штук. Просто в школе тебя боялись, а здесь уже нет. Да, здесь уже все, уважение пропало. Сейчас какие клички на тебя навесили, какие ярлыки? Не знаю, вот у них надо спрашивать. Ребят, как вы обычно его называете? Не стесняйтесь, говорите самое обидное. Последний раз как? Брата называли... Нет, клево, знаешь как? Помнишь, как меня в Казахстане девочка маленькая назвала? Да, Артемик. Артемик, это его самое последнее погоняло, можно так сказать, потому что мы были на гастролях в Казахстане, и очень маленькая девочка лет, наверное, 7, заглянула в машину, мы сидели вот так с Сёмой, и я вижу, что она смотрит. Так это ж Артемик. Поэтому вот после этого мы его так и называем. Это, пожалуй, первый мой такой псевдоним, который мне реально нравится. Это прикольно. Так мы и будем тебя называть. Артемик. Добрый вечер. Артемик, все, перестань отвечать на этот вопрос. Никита. Ну, если Артемик Артема называют, то мангальчик такой маленький. Меня в школе называли Киоск, потому что... Как Киоск? Потому что у меня фамилия Киоск. А сейчас девочки смеются, потому что в основном они все его так и называют. Киоск? Да. Киоск, мы, да. Мы, это мы, там, где газеты продают. Мы объясняем девочкам, что он уже давно супермаркет, но они до сих пор его называют киоском. Нет, вообще прикольная можно трансляция. Можно Ашан. Прикольная трансляция за счет того, что... Сейчас знаешь, реклама Ашан. Да. Сидишь тут, общаешься, и так за кадр такие хи-хи-хи-хи, такие тихонечко. Но, смотрите. На самом деле да. У Никиты больше всего, наверное, прозвищ, потому что у него такая фамилия Киса, как его только не называют, потому что... Да. Киосы. Да. В общем, у него очень много. Киоск, киса, что еще? Третье, самое популярное. Не знаю, ребята сказали, что много, вот вроде два. Два? Очень много у Никиты. Просто я как бы, мне много не нужно. Просто понимаете, после каждой такой трансляции, когда у нас спрашивают, какие прозвища были, мы их вот говорим, и потом нас минимум полгода так называют. Да, мы этого и добиваемся. Я понял. Всем привет, я Артем Пендюра, это Никита Киоса. Это Анатолий Цой, мы группа М-бэнд. Смотрите, следующий вопрос. Назовите, какие способности вас восхищают друг в друге? Дарьяна Орлова спросила. Хороший вопрос. Клево, да. Отлично. Никит, начнем с тебя. Вот. Какие в ребятах? В ребятах восхищают способности, умения, таланты. Простите. Вкратце. Ну, вообще, на самом деле, я объясню вам, мы все втроем суперленивые. Это не суперспособность, но все заключается в том, что когда вот у нас какое-то важное мероприятие, мы все делаем так настолько красиво и настолько мне все это нравится, я не понимаю, когда мы все это успеваем делать. Наверное, вот умение собраться в нужную минуту, вот это умение есть у всех, и
Это очень клево. Умение собраться. Восхищает тебя в твоих коллегах, собственно. Артем. Не могу вспомнить про тебя, братан, прости, пожалуйста. А вот в Толике меня восхищает его умение торговаться. Серьезно, этот человек все покупает дешевле. Я не знаю, как у него это получилось. Это Казахстан, детская. Это в генах у тебя. Я когда покупал машину, я брал его с собой, говорю, братан, мне нужно сторговаться. Можно, говорит, со мной поехать? Вот, в итоге я выторговал дешевле машину, забрали мы бесплатно и резину. Обращайтесь, друзья, 8-925. Короче, предлагаю. Предлагаю спор. Завтра отправляем только в Луи Виттон. Причем я... Попробуем. Я думал об этом. Толик, у тебя что восхищает в твоих друзьях? Да. Вообще, друзья ли они тебе? Для начнем с этого. Может быть, я зря так сказал. Такой. Безусловно, да. Два года мы... Я думал, что на самом деле, когда только начиналось, вот эта вот наша разнобойность... Вот это вот ожидание, когда тебя сейчас похвалят. Сидишь такой, живи, давай. И в конце раз и не похвалил, да? Нет, на самом деле, когда Костя собрал нас вместе, я так посмотрел и думаю, как мы будем вместе существовать? Потому что Никитосу было всего 16 лет. Но с Тёмой мы более-менее ровесники, и я просто думал, у нас будут разногласия. Как вот найти общий язык, понимание? И, наверное, вот меня восхищает то, что у нас одинаковые цели по жизни. И эти люди прошли непростой путь, несмотря на то, что Никитосу сейчас 18. Какая тяжелая жизнь, я не знаю. Да, вот. Киоск. У меня травма с детства. Мы во многом схожи, и, наверное, это и есть наша общая суперспособность, что мы очень похожи, несмотря на возраст, нации и прочее. Различия. Понял. Все понятно. Почему молчит все время четвертый член вашей команды? Потому что у него нет микрофона. Это шутка просто. Конечно, мы не хотим, чтобы он разговаривал. Кто это такой вообще? Да нет, это наш гитарист. Давайте представим человека, который уже сидит. Это наш гитарист Роман Ефанов. Роман Ефанов. Прекрасный гитарист. Каждый раз приобретаю. Тихо. Есть ли поклонница Романа в зале? Поаплодируйте. Да. Рома, я вам объясню. Рома – это лучший гитарист в Москве. Вот это его суперспособность. Ну, я думаю, не за только даже в Москве. Да. Здорово. Сейчас мы это узнаем, потому что сейчас будет еще одна песня от МВН. Мы просто ему не платим, мы его хвалим. Ты лучший гитарист в Москве. Это опять же говорит о том, что Толик классно торгуется. Совершенно бесплатно работает Рома. Какая будет третья песня, ребят? Ну, третья песня у нас будет, это последний наш хит, в котором мы... влюблены. Песня называется «Невыносимая». Давай. Так всегда бывает, когда ты танцуешь, и на огне мотыльки летают, обжигая крылья. Я среди них. Разве ты не знаешь, на тебя похожей нет ни одной, но руки оттолкнули, а глаза сказали: следуй за мной. Просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так. В сердце выстрелом. Просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так. Так убийственно и так прекрасно. В твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя. Взгляды словно пули, сердце разрывали, а мне все равно, но руки оттолкнули, а глаза сказали: следуй за мной.
просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так. В сердце выстрелом просто невыносимая, невыносимо красивая. И любить тебя сильно так, сильно так. Еще одна песня, я стану вашим фанатом, это плохо, поэтому мы прекращаем музыкальную паузу. Музыкальный большое. Наш блок. Мы вернемся буквально через пару минут и будет самое интересное, потому что мы начнем задавать вопросы, которых тысячи от всех поклонниц, от бандиток. Не переключайтесь, очень скоро интервью с МБ. Вот эти аплодисменты звучат МБНДУ. Девочки, давайте включаться в наш эфир. Мы уже в прямом эфире. Снова. Вот этого человека надо уволить, который отвлекает девчонок. 100%. Они просто, да, отвлеклись немного. Итак, группа МБНД у нас сегодня в гостях. Ребят, еще раз я хоть пожму вам руки. Привет, ребята. Почему тебя посадили самым крайним? Не уважают тебя. Сразу хочу вывести на конфликт. Не получится. Не получится. Я очень спокойно. Две минуты назад он сидел ближе всех. Дон Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. Ты приходишь ко мне домой и спрашиваешь, почему тебя посадили с краю, но ты делаешь это без уважения. Ребята, вот эту миниатюру, которую вы репетировали, покажем в конце. А сейчас пока давайте начнем с того, что хочется вас поздравить с тем, что 2 года группе. Почти, да? Спасибо. Вот. Спасибо. Да, спасибо. Нам почти 2 года. Итак, где наш торт? Казалось бы. Есть водка. Да, ребята, это, конечно, не то, что вы сказали. Попить. Давайте. Нет, не будем чокаться. Не будем чокаться, да. Не чокайся. Не чокайся. Не чокайся еще вкуснее. На самом деле, конечно, мы все рассчитываем на то, что это только начало вашего пути. Да, мы тоже. Это, на самом деле, 2 года совсем немного, но вы успели прям огромное количество достижений, ну, как бы добиться чего, да, за 2 года, потому что, во-первых, огромная армия поклонниц. Огромная, миллионная какая-то армия поклонниц. Вот по этому визгу, который звучит... Спасибо! Да. Хочется затыкать уши каждый раз, я еще пока не привык. Но мы в конце программы сообщим, что я буду 4-й в вашей команде, да? Да. Пока будем в тайне это держать. Вы объездили всю страну. У вас огромное количество уже клипов, у вас скоро сольный концерт будет, долгожданный альбом скоро выходит. Какие-то телешоу были, «Один день», «Сэмбэнд» и так далее, там потом фильм какой-то выходил. То есть очень много всего, некоторые артисты не успевают за всю жизнь этого добиться. Как вы успеваете это все? Был ли у вас за 2 года хоть один отпуск? За 2 года был один отпуск. Был один отпуск. Да. Все, ребята, вот. Да. Да, мы провели его очень весело. Мы полетели вместе отдыхали? Мы полетели в разные страны.
так сложилось. Угу. Кому-то просто дали визу, а кому-то нет. Кому-то просто больше платят, кому-то меньше. Да. Ну, вот это самый интересный вопрос, ребят, давайте остановимся поподробнее. Вот, поэтому мы отдыхали по раздельности, и, ну, такой отпуск был. Я весь отпуск такой скрывался, потому что хотелось отдохнуть. Не понятно, что ты же поехал в Россию. Я поехал, да. Думаю, что они дают отдохнуть? Честно, я клянусь, я самый в этом плане простой человек, я не парюсь, где там ночевать, я бы взял самый дешевый отель, лишь бы было море, чтобы плавать. Брат, у тебя тут что-то это. Теперь понятно, кто получает меньше всего. Да, для того, чтобы... Вот как выглядит самый счастливый в Руси. Не было всех этих людей. Я купил самую дорогую путевку, надеюсь, что там будут одни немцы и такие там штагунвих. Нет, я прилетел, и были все русскоязычные, все, только казахи и русские. И все кричали: «Виктор, Виктор, ты жив?» Да, да, и все кричали: «Братан, здравствуйте, давай сфотаемся». Вот, спасибо, пожалуйста. Да, русские также разговаривали. Да, ребят, там в таком состоянии, понимаешь, all inclusive, там все так разговаривают. Ну, если мы на самом деле будем еще обсуждать, кто где отдыхал, это будет очень долго, я это уже понимаю. Ребята уже приготовили. Я, значит, на Мальдивах, я там. Это мне интересно, они, да. Я не к тому вел, по поводу отпуска, понятно, был один за два года, вы прям действительно вкалываете, но мне интересно с момента создания, как долго вы притирались друг к другу, потому что обычно группы создаются как? В гараже ребята собрались, на самом деле, играют, мы, да. Мы подружились как-то практически с самого начала проекта, когда нас всех только собрали, там еще мы были в абсолютно разных командах. Вот, мы буквально в первый же день пошли играть в баскетбол, и сразу как-то так баскетбол рассудил, кто есть кто. Я понял, Артем был лидером в этом смысле, да? Да чуть не подрались тогда? Нет. Вернее, чуть меня не побили. Да, Никитос просто много говорил тогда. Да. Вот, и как-то мы сдружились сразу и притерлись. Притирка у нас была некоторое время, первые месяца четыре, да, мы точно... Видишь, как мнения расходятся. Ребята, все, конечно, спрашивают, я знаю, и вы все время в разных интервью говорите разные версии, но интересно и нашим пользователям, одноклассникам. Мы любим так делать. М в названии группы M-Band, это что? Дайте нам тоже одну из версий, просто любую. На самом деле мы всегда говорим... Одно по каждому. Давайте, Артем, какая версия? М это что? Для меня это, не знаю, мир. Мир-бенд. Мир-бенд. Мир-бенд, почему бы нет? Хорошо, вот Никита. Мироместин. Мироместин-бенд. Это сейчас тебе неплохо заплатили, судя по всему, за то, что ты произнес это в эфире. Нет, это было жестко. Окей, на связи. Вот. Так, у тебя просто, мне просто очень нравится Дмитрий Нагиев. Да, мне... Просто он на «Д», да, Дмитрий Нагиев? Нет, просто он снимается в рекламе «Мироместин». Для меня, наверное, это больше... Наверное, мьюзик-бенд. Мьюзик-бенд? Музыка, да, для нас. Ага. Мир и музыка, но... Ребята, у меня есть версия тоже. Да. Мне кажется, вам не нужно расшифровывать тему, вам нужно просто добавить, чтобы все понимали, еще одно слово перед началом. Протон-М-бенд. Все, это патриотично. Тополь-М, да. Есть разные варианты. А почему бы нам, кстати говоря, не устроить прямо сейчас конкурс? У нас у экранов сидит огромное количество зрительниц, скорее всего. Ну и зрители тоже есть. Мужчины. Давайте прямо сейчас, в течение всего эфира, будем устраивать конкурс, да, наши зрители будут слать нам варианты того, как расшифровывается. Да, отлично. И в конце программы это, кстати, мы зачтем самую оригинальную версию. И вы выберете одну, которую и скажете в следующем интервью тому, кто вас... И поменяйте название, это было бы идеально. Все, начинаем. Девочки, мальчики, шлем нам в чате, да, и мы выберем после этого. У меня к вам вопрос. За эти два года чему вы научились в своей команде, да, в M-Band? Именно как музыканты, как люди, как мужчины, возможно, вот в разных плоскостях жизни. Чему вы научились за два года? Ну вот первое, что пришло в голову, это я научился работать с живыми музыкантами. С живыми людьми, казалось, сейчас скажешь. В том числе. Да, научился работать с живыми музыкантами. У нас свой бэнд, который стоит из трех человек. Бас-гитара, барабаны, гитара, ритм. Собственно, на каждой репетиции мы все эти инструменты насилуем, учимся, познаем. Вот. И это очень клево, потому что из репетиции в репетиции качество звука улучшается, и это очень клево. И я прям чувствую, что навыки, они прям повышаются. Ребята, вы чему научились? Ну, не знаю, мне кажется, каждый взял свое за это время. Вот. Не знаю, мне, в принципе, нравится все. Мы научились многому за это время. Научились, наверное, хорошо работать с камерами.
Mm-hmm. Это очень сложно на самом деле, потому что нам за счет проекта нам очень много тонкостей, когда начинается музыка, да, медленно. Можно крупнее наехать, сразу покажите, так, как вы работаете с камерами. Как бы, а можно и... медленный наезд на ребят, медленный, медленный. Если ты сейчас... И музыка. Ту-ду-ду-дум. Можно медленно? Нет, должна быть... Еще ближе. Музыка такая из корейских... Давай, подожди. Еще ближе. Подожди, отвернись туда. Да, отвернись, вот, туда. Вот она работа и, с камерой пошла. Отвернись туда и смотри. А сейчас посмотришь на камеру. Ну, и ладно. Такой корейский сериал. А показали Тёму? Вот видите, насколько мы научились работать с камерами. Да. Ребят, хорошо. Мне ну, кажется, это мы научились. Я, да. У меня очень расширился, в принципе, музыкальный вкус. То есть, если раньше я себя ограничивал каким-то стилем музыкальным, это был там хип-хоп и соул в основном, то сейчас я слушаю очень много поп-музыки, рок и так далее. Это благодаря парням, в первую очередь. Mm-hmm. И плюс, все-таки, технический уровень вот, музыкальности, он реально вырос. Это 100%. То есть, я начал чувствовать музыку намного лучше. Ребята, а вот насчет сольной карьеры вы не думаете? Я сразу начну с этого очень пикантного своей момента. Карьеры, ты, да? Ты сразу потому хочешь что... сейчас разрушить, ну, да, все, что мы тебе сказали? Мне заметил это с самого начала интервью. Вы уже, ребят, научились работать с камерами. Может быть, пора задуматься. Артем, не хочешь ли ты сбросить с пьедестала Тимати? Потому что ты занимался рэпом до этого. Все вы, каждый, с какой-то сольной карьерой занимались. Весь прикол в том, что до группы, да, я занимался хип-хопом, и мне не нравилось то, что вот у меня как раз были эти рамки. Мне хотелось все-таки и петь, и мы, честно, в команде работать намного интереснее, намного это сложнее, и намного больше крутого продукта ты можешь сделать. Я не знаю, я не думаю пока о сольной карьере, потому что меня все устраивает в группе, нет, и мне а по кайфу. А так-то у Тёмы есть кавер на песню «Там Дом Верде Форте». О, это уже все, может с ней... Он уже так потихонечку подбирается к спине. Хорошо, окей. Аня Бондаренко спрашивает, а кто вы? Аня, я понял, меня не показывают, поэтому музыка вообще не понимает, о чем речь. Аня Бондаренко спрашивает: привет, парни, меня зовут Аня. Расскажите про первый концерт вашей группы. Я думал, Аня спрашивает, а кто вы? Нет. Расскажите про первый концерт группы. Помните ли первый самый концерт? Видимо, это период придирки друг к другу. Не забудем никогда в жизни, потому что первый концерт у нас был. Через две недели после того, как объявили, что мы группа. Да. То есть у нас было целых две недели для того, чтобы подготовить концертную программу. Да даже больше скажи, концерт уже был, группы еще не было. Да, то есть реклама концерта уже была за полтора месяца. То есть была группа M-Band такого-то числа. Без фотографий. Без ничего. Никто не знает, кто такие группы M-Band. И мы сидим гадаем, мы ли это? Да. Или та команда, которая наши соперники? То есть нас осталось в финале две группы. На тот момент еще не было состава. Даже названия не было. Было просто... Нет, было название. M-Band было уже название. У меня афиша дома висит. Вот было конкретно название M-Band и все. Я тебе покажу, братан. Я тоже дома. Я тебе покажу. Сейчас подерутся. Они пока дерутся, я тебе рассказываю. Короче, вот была афиша, без фотографий, без ничего. И реально мы сидели... Что там про сольную карьеру? Не понимали, что происходит и кто будет там выступать. И были самые тяжелые волнения, понял, да? Корейцы такой. Сам... Больше всего, в общем, мы переживали за то, что если мы не знаем, что будет концерт, и нам никто ничего не говорит, значит, скорее всего, мы не выиграли. Потом объявляют, что мы выиграли, и мы думаем, с чем мы будем выступать, первый сольный концерт в Минске. И у нас нет программы. И нам говорят, ребят, у нас все есть. Ну, наш продюсер говорит, ребят, у меня, говорит, все есть, вот вам песни учить. Какие чувства были перед концертом? Чувства нереальные были. В общем, мы жили в этот момент в Киеве все вместе на большой съемной квартире. И каждый день мы ездили на репетиции, в общем, репетировали предстоящий нам концерт. И я помню эти ощущения, мы не знали вообще, придет кто-то, будут ли люди, понравится ли им, не понравится. И за день до этого у нас еще была автограф-сессия. По автограф-сессии мы уже поняли, что... А люди придут, похоже. Это было нереальное ощущение. Это вообще как-то странно все было, потому что это было впервые для нас. Люди не знали, в принципе, на что идут. Они знали только одну песню финальную. Она вернется. Но тогда мы забили клуб. Было там больше 1000 человек. Хотя этот клуб вмещает в себя там, человек 700. Дышать было просто нечем.
Я помню, как мы выступили, после этого можно было одежду просто выжимать. Реально, да. Это было я себя нечто. В тот момент почувствовал реальной рок-звездой, потому что там была вот такая большая барная стойка вокруг, по которой я пробежался в конце и всем вот так дал петушечку. Ну, рокеры, правда, не так делают. Спрыгнул, и в этот момент просто четыре охранника вот так меня зажали и вот так несли в гримерку, потому что вокруг было столько людей, и вот так мы пробивались. Я тоже из-за эмоций урывками помню очень тот день, но помню, когда мы сошли со сцены, пошли в закулисное помещение, там было очень много пиджеек. Что это? Это голые девушки, которые танцуют. Девочки которые танцуют. Ты не знаешь, что такое пиджейк? Я понял, почему ты почувствовал. И в ушах такой дикий звон, потому что просто какой-то. Ну, тот звон, который сопровождает вас до сих пор. Вот, ну, вот да. Звон, ну, это, больше да. всего вот запомнилось. Вот реально мы зашли в гримерку со сцены, и я просто ничего не слышал. Просто звон в ушах. Волновался ли Константин Меладзе перед первым концертом? Давайте поговорим о нем, о вашем. Я думаю, нет. Я тоже думаю, что нет. То есть он как-то уверен. Константин, на самом том, деле, вот при каждой нашей встрече, он вселяет в нас такую дикую уверенность. Он просто говорит, пацаны, вы лучшие, мы станем группой номер один. Ну, не знаю, все слова, которые можно вот к этому отнести, он верит говорит. В нас больше, чем мы в себе. У нас вот сейчас Левас спрашивает, откуда Константин Меладзе знает, о чем писать тексты? Я чуть расшифрую сейчас вопрос. Да? Большинство текстов написал Константин. Да. Да? Да. Ему, ну, все-таки он некоторым из вас в отцы годится. Мог бы быть отцом для некоторых из вас. Просто да? Откуда он может знать? Да, сынок. Скажите честно, просто вот одну строчку «Надеть кольцо на пальчик» он придумал? Да, да, да. Откуда да. он это знает? Он ничего не знает о жизни молодежи. Он придумал строчку «Дай мне то, дай о чем я тебя то, всю ночь прошу». Всю ночь прошу. Это придумал тоже. И когда мы это услышали, мы подождите, давайте не обижать Константина. Я думаю, что у него тоже в жизни есть разные стороны. У него все в порядке. Очень даже. Мы это все знаем, ребята. Но тем не менее, как вы считаете, откуда он черпает эту информацию о молодежной жизни? Да, о трендах, о том, что в головах молодежи, да, происходит. Вот сколько лет девочкам, которые сидят здесь? От 14 до 20 в основном. Ну, просто вы бы послушали. Ну, и 1,45 я вижу у женщин. Вы бы послушали вот одно наше собрание, как вот мы друг с другом общаемся, и поняли бы, почему. Константин очень современный человек. Да. Он постоянно сидит в Инстаграме. Он постоянно следит за всем. В одноклассниках больше, чем... Да, естественно. Что это за слово такое? Странно. Да-да-да. Непонятно. Не, на самом деле Костя знает все свежие новости, он знает тенденции, что сейчас модно. Иногда он нас удивляет, потому что он говорит, ребята, там нужно сделать вот это, и мы такие, как три дуба сидим, не понимаем, о чем идет речь. Реально, Костя очень-очень современный человек. И мы очень-очень завидуем его трудолюбию, потому что он постоянно работает. Ощущение, что он не спит вообще никогда. Короче, он шарит. Он шарит. Вот на этом, мне кажется, вот это самое... Вы должны были изначально два слова сказать, все было понятно. Он шарит. Просто он шарит. Я предлагаю, вот так как, ну, понятное дело, о вас, ваши поклонницы, ваши, как их называют у вас? Бандитки. Бандитки. Они знают о вас практически все. Но я уверен, что при помощи вот следующей небольшой игры узнаем мы о вас чуть больше, потому что мы узнаем о том, какие у вас взаимоотношения внутри коллектива. Для этого я прошу передать мне вот эти карточки. Все очень просто сейчас будет происходить. Значит, я вам дам карточки, каждому по две. Но для начала возьмите вот это вот. Я не я. Здесь я и не я, да. Это тоже для вас карточка я не я. И для вас карточки я не я. Спасибо. Но, так как незримо всегда с вами присутствует еще один человек, четвертый член вашей команды, это Константин Меладзе, каждому еще по Константину Меладзе. Угу. И вам нужно будет отвечать на вопросы при помощи этих карточек. Ага. Все очень просто. Вопросы элементарные, они будут связаны с вашей жизнью, да, в группе. Вы можете отвечать как я, так не я, так и если вдруг считаете, что ответ на вопрос Константин Меладзе. Да. Все понятно. Класс. Итак, первый вопрос. Давайте начнем. Справиться как-то. Начнем спрашивать для начала. Костя увидел, сразу волнительно. Волнительно. Держишь Костя в руках, это как-то волнительно. Первый вопрос о детстве. Первый вопрос о детстве. Кто из вас ел перед домом жвачку, чтобы родители не спалили, что ты курил? Вот так, Никита. А я просто никогда в жизни не курил. Ты просто никогда не курил, ну хотя бы жвачку просто так. Жвачку я солидарности на нычку. Но это уже я не знаю, я с родителями в очень хороших отношениях. Понятно все. Подмазываешься. Родители посмотрят трансляцию, естественно. Все ясно. Второй вопрос. Кто хоть раз проскакивал в метро без билета? Смотрите. В смысле, я только так и ездил. Никита хотел ответить не я, но подумал совсем просто. Не, я просто медлительный. Да, понял, хорошо. Это был второй вопрос. Третий вопрос. Кто в старших классах брился, чтобы быстрее начала расти борода?
Ну давай с тобой поговорим немножко, Толь. Давай. Я тоже есть борода, понимаешь? Они не добривались, поэтому у них нет бороды. Вообще, у них не растет. Через год ты с Никитосом поговоришь, и мы посмотрим. Так он-то подбривает как раз сейчас. Поэтому у него начинается. А ты как будто бы все время отвечаешь Меладзе. Вот ты все время держишь карточку. В смысле? А, ее не надо. Когда нужно ее держать? Когда вы считаете, что ответ Меладзе, то вы поднимаете Меладзе. А, вот все время. Не все время. Константин. Хотя, может быть, по контракту вам обязательно все время. Такой, знаете, вот. Следующий вопрос. В контракте пункт прописан. Если вдруг вам дадут карточку с моим изображением, делайте вот так всегда. Все правильно. Идем про вас, про вашу группу, про взаимоотношения. Первый вопрос. Кто самый популярный среди девчонок? Я такой задумался, хотел сказать просто не я, да. Ну ладно, хорошо. Константин Меладзе, конечно. Все же обожают. Не, вот так, можно за Костю отвечу? Я. Да, я и Меладзе, самые красивые, да, самые популярные среди девчонок. Дальше. Кто дольше всех собирается перед выходом куда-либо из вас? И главное, все спалили, говорят, Никита, но Никита он показывает, нет, не я. Ребята, в принципе, то, что он последний поднял эту карточку, уже говорит. Уже говорит, задумался. Давай, Никит, честно. Давай Чё честно? Сегодня был в гостях у Тёмы. Тёма штаны переодевал 10 минут. Чё такое? Да. Ну, блин, там штаны с дырками были. Я реально оценил ситуацию. Что-то они волени какие-то. Не такие, надо другие. Как ты так смародировал меня? Вот вы смеетесь, а девчонки бы многие бы отдали бы все для того, чтобы поприсутствовать на этом моменте. На вот этом вот что-то тут не то, да? Да, именно на этом. Дальше. Следующий вопрос. Кто из вас самый ленивый? Вы сказали, что вы все ленивые. Кто самый ленивый? Никита. Вот эти два человека. Это я Никита. И да, и Толя. Хорошо. Дальше. Кто лучше всех одевается, как вам кажется? У кого лучше всех вкус? Отвечаем сразу, не думая просто. Вот как есть. Да, как есть. Все понятно, да? Константин Меладзе самый стильный из этих ребят, точно. Дальше. У кого самые красивые бицепсы? Просто на Никита, вопросы, сразу, просто, зато да. Честно Никита ответил. Сразу я могу честно продемонстрировать, но... Нет, не надо, на Никита. Прошлый ответ, зачем? На это прошлый не вопрос все хотел ответить, что Костя просто не одевается в Заре, поэтому... Здесь слишком выглядит понятно все было, поэтому он слишком простой. Так, дальше. Кто мечтает повторить карьеру Джастина Тимберлейка? Вот, два человека мечтают повторить карьеру, то есть вы двое хотите, чтобы остальные двое... Про них все забыли. И только вы стали знаменитым. Я сейчас, кстати, подумал о другом. Я подумал именно об его успехе. Да, об успехе, конечно же. О творчестве. Историю я имел в виду. Я доширак на голове. Вот кто хочет доширак. А именно историю, ну, я не знаю. Наступит время, когда каждый из нас, я думаю, все-таки станет хорошим артистом. Я не думаю, что мы... Самокритично. Часто все круто. Когда-нибудь мы станем. Нет, я про сольного артиста имею в виду, потому что я не думаю, что через 50 лет мы, как некоторые группы, будем петь, а она вернется. Но по-любому соберемся хоть разок. Нет, в караоке, да, типа, она вернется. Да в Кремле, чувак, соберемся. А, кстати, следующий вопрос. Кто поет в караоке песни «М-бэнд»? А ну-ка. М-бэнд? Да, М-бэнд. Нет, не они. А почему вы не подняли Валерия Меладзе? Ой, в смысле, Константин Меладзе. Потому что Костя тоже не поет наши песни в караоке. Точно? Точно не поет? Хорошо. Последний вопрос. Кто может дерзко ответить Константину Меладзе? А ну-ка. На самом деле у вас просто нет этой карточки. Вот она, эта карточка. Вот это точно. Я ее оставил для себя на всякий случай. Давайте карточки. Все. Блин, очень клевая игра. Да. Спасибо, ребята. Можно я? Можете оставить это себе. Вот это я хочу себе оставить. Хорошо. Спасибо. Давайте. Чтобы вот так, знаешь, кто-нибудь, когда вампиры нападают, и крест, а тут пацаны нападают, и окстись! Не, предлагаю, знаете, если мы встанем паровозиком, мы вот так впереди, то крестный ход будет. Слушайте, а где? Я выкинул веру случайно. Вера мне тоже понадобилась. Или, чувак, едешь, останавливаешь гаишник, открывается окно. Добрый день. А я в этом смысле могу от тебя тоже как-то, понимаешь? И гаишник давай тоже. Кто победит в этом случае, интересно. Это очень смешно. Гаишнику добрый день, он такой, здравствуйте. Нет, доброе утро. Доброе утро.
Это моя. Хотите, вам задать вопрос у Веры прежде? Да, хотим. Только с голосом, с голосом совсем. Да. Я не смогу, делаю. Я не смогу вот этот голос повторить. Она, кстати говоря, была у нас в гостях тоже. У нее голос неповторимый. Давайте поговорим о ваших бандитках. Вот они здесь собрались в большом коллективе. О, сейчас все косточки пересчитаем. Есть ли среди бандиток бандиты? Вообще. Да, есть. Здесь ни одного, я спросил в самом начале, перед началом эфира, нет ни одного мальчика. Где? А, есть мальчик, вот он прячется куда-то. Просто всего два, поэтому один болеет. Привет, как тебя зовут? Женя. Просто их двое, да, вы говорите, да? Один болеет, Женя пришел. Женя пришел, молодец. Как зовут Женя, второго? Как так? А как второго зовут? Даня. Даня. А, это действительно правда, то есть Женя и Даня, все. Ребят, вы сменяете друг друга. Мне кажется, они не фанаты ваши, они просто нравятся. Ну хорошо, что не эти Стас. Я тебе больше скажу. Я тебе скажу, если бы я был на их месте, я бы целыми днями с ними проводил. Ты посмотри, сколько красивых девчонок. Я бы такой, они же в Малине, два пацана в Малине тусуются, 30 девчонок и их двое. Все, вот он научился, сделал комплимент, девчонки растаяли. Конечно. Значит так, вопрос от киоска какого-то, от лимонного киоска. Это, знаете, лимонный киоск. Сам себе, из прошлого. Да, практически. Перестань писать себе сообщение. Вы бы смогли бы подружиться с вашей фанаткой? А если... Мы дружим, конечно. Если бы она стала режиссером и попросила бы, например, предложила бы вам сняться в ее фильме? Чисто по-братски, короче. Вот, грубо говоря, стали бы вы дружить с вашей фанаткой, которая стала режиссером и предложила вам сняться в фильме. Ну, почему обязательно режиссером, мне кажется... Не, ну это просто пример. Конечно, почему нет? Почему нет? А если не предложат сняться в фильме? Просто. Тогда мы обидимся и скажем, не друг ты мне больше. Не, на самом деле это все абсолютно не важно. Вообще дружите с вашими поклонниками? Нет, просто, да? Мы их знаем, большинство из них мы знаем в лицо. Это правда? Да. В лицо, да, окей. Вы встречаетесь с ними, общаетесь, нет? Мы приходили на день рождения фан-клуба. Я здесь. Вон, я здесь. Девочка говорит, я фан-клуб. Я здесь. Есть фан-клуб. Да. Вот здесь среди девочек есть прям официальный фан-клуб, который агитирует всех в нашу секту. Угу. И говорят... Московский тренинговый центр, да? Вступай всех, кто МБН, и ты будешь жить вечно. И вот они как бы собираются, и мы пришли, мы круто провели время, пели песни, мы привезли девчонкам торт. А так, на самом деле, сами его съели. На самом деле вопрос просто немножко неправильно поставлен. Просто нужно словить момент правильный. Это как в жизни. Все как в жизни. Mm-hmm. А если какое-то слишком фанатичное чувство, то мне кажется, это правда странно. Не знаю, ну, как минимум на расстоянии. Окей, ну я понимаю, то, что у вас взаимная любовь, конечно, с девчонками. Но есть ли что-то, что в их поведении, вот скажите им сразу сейчас, раздражает немного? Вот что нельзя делать? Что нельзя делать? Вот все, когда в личную жизнь их лезут, понимает. Но тем не менее, есть ли что-то, что у когда кричат, есть, типа... Или что? Не, у нее нет микрофона, но я повторил вопрос, чтобы было слышно. Например, там кричат из зала, сделай мне ребенка. Вот не знаю, что... Или это наоборот, пускай кричат. Кричают нас, кидают на сцену что-то из элементов одежды. Кидают. Нас недавно на Первом канале закидали просто. На Первом канале закидали? До сих пор, я знаю, в студии «Вечерний Урганта» висит один элемент одежды от вас после вашего участия. Но тем не менее, что не нравится в поведении девчонок? Ну вот когда закидывают чем-то, да, это не нравится, правда. Потому особенно что, чем-то тяжелым. Во-первых, это опасно. И во-вторых, это очень сбивает. То есть, когда ты поешь, и тут тебе в глаз прилетает конфета, ну, как-то неприкольно петь дальше, честно. А те хотели как бы, ну, сделать приятно. Да, сделать приятно, типа, открой рот, Надя. И как бы забыли ее развернуть. Только фантики, да. Они причем пытались прям в твою строчку, когда ты открываешь, чтобы поешь. Чтобы ты не напрягался, да. Но на самом деле, да, вот есть моменты, которые просто, мы понимаем, что среди наших бандиток есть маленькие бандитки, которые... наверное, еще не понимают всю серьезность нашего дела, угу. Потому что мы прям основательно готовимся. У нас какие-то планы там на сцене, и какой-то мелочью можно, скажем так, что можно даже то есть, остановить концерт. У нас был уже такой случай, вот, когда случайно попали в голову, прилетела картоха, и там кровь. Картоха? Да. То есть не только конфеты, но приносят вообще, в принципе, овощи. Это было в Беларуси. Они на LifeNews написали. На самом деле пытались попасть в Никиту, потому что кажется, что Никита не доедает немножко. Да, да, хотели накормить. Да, накормить хотели. С кусочками земли такой, нечищенный. Ешь.
Ребята, ну, мы все слышали уже неоднократно за сегодняшний день, как они громко визжат. Да. Я уверен, что как только вы появились в эфире, по России разнесся такой тонкий писк по всей России. Все одноклассники сидят, и можно на улице было услышать его. То есть это неотъемлемая часть вообще, в принципе, такого жанра, как бойс-бенд, на мой взгляд. Вот. До этого у Константина Меладзе не было коллективов и музыкантов, на которых так кричали, как на вас. Это правда. И просто вот типичное видео, сейчас я объясню, для чего я сейчас вам его показываю вместе с нашими зрителями. Посмотрите, вот типичный крик фанаток бойс-бенда под названием M-Band, пожалуйста. Маленький фрагмент. Это мы где-то... Я не знаю, где это? Это мы в Беларуси, кажется. Но это однозначно совершенно сумасшедший визг, это, я не знаю, это очень много децибел. Невозможно рядом находиться, я уверен. И я придумал, вот они, собственно, эти девочки, да. Я не знаю, в каком городе это происходило, я не в курсе. Вот были версии, что это Беларусь, но это везде происходит одинаково. Да. И мы придумали вам второй бизнес. То есть вы можете не только продавать песни, но еще продавать вот этот визг, звук? Который звучит. Да, потому что это действительно мощный ресурс энергетический. Я уже представил, знаешь, такую рекламу, короткий номер, там, 2234. Тебе грустно и одиноко. Ты хочешь, чтобы на тебя визжали? Нет, просто, если ты хочешь на телефоне, чтобы у тебя был необычный звонок, купи визг. Прикольно, кстати, смс-ка будет звучать. СМС-очка. СМС-очка пришла. Но это на самом деле, это все мелочи, ребят. На самом деле, можно продавать этот звук в Голливуд, в кино. Мы смонтировали нарезочку небольшую из фильмов, различных фильмов, где визг идеально ложится на некоторые фрагменты. Давайте посмотрим этот видеоролик, пожалуйста. Уже не показывают. Все. Вы понимаете, да, что вы... Расскажите Косте эту идею. И мне кажется, ему это понравится. И Константин это использует однозначно, как очень грамотный продюсер. Я говорю все время про ваших фанаток. Девочки. Мне интересно, средний возраст фанаток все-таки, вы это точно лучше знаете. Какой я он? Я думаю, что вот 14-16. 14-16 средний. Это 60%. Да, 60% вы сейчас обидели тут некоторых здесь пенсионеров в зале. Не-не-не. По есть 18, старше. Конечно. А вот ну, самые... Вот, кому больше 16? Поднимите руки. Вот, смотри, их ты говоришь. Мне даже больше 18, больше 18 их, сказала их немало, там женщина. Конечно, поэтому... Я думаю, пока еще ты заметил, даже больше 18. 18, потом да. Потом немножко подрос, но мне чуть-чуть больше 18, да, как да, бы 27. Ты это, да, сейчас так гордишься, что тебе больше 18, потом все не знаю, вот будет у меня ребенок, 14 лет ему будет, не знаю, отпустил бы я его вот сюда вот. Вечером, поздно. Мне просто интересно, самые взрослые фанаты, которые вы видели на концерте, сколько лет было? Ну, вот была одна бабушка, которая, кстати, подарила мне вот этот вот браслет. Она просто вот так подбежала и надела и как на меня. Бы, чтобы ты понимал, браслет. Вот этот браслет, ты сейчас кольцо замкнулось. Ты не шутишь? Я не шучу, правда. Браслет Луи Виттон, бабушка. Я сам себе не покупаю эти штуки, это что-то подарок. Там вот это тоже подарок. GPS-датчик, она следит за ним. Может быть. Вот это подарок очень клевый. Тут написано Артем Пендюра, будь счастлив. Он настолько милый, что я его ношу всегда с собой. И, ну, это огромная любовь, правда, спасибо вам. Она с Никитасом не дарят подарки, поэтому видишь, у нас врешь? Ничего нету. Хорош, у нас слышишь? Ниточки. Нам правительство подарило такие ниточки. И выходите с теми. Да. Ребята, кстати, по поводу неотъемлемая часть работы с продюсером, контракт. Немножечко поговорим о контракте. Мне просто там очень любопытные какие-то есть пункты, что вам нельзя поправляться и худеть больше, чем на 5 килограмм. Я слышал, правда? Ну это же логично. Просто если людям, молодым пока еще, будет, ну, то есть у нас есть время, куда еще расти, еще покорять новые сердца женские. И, девчонки, понимаете, да, вы не единственные. Если вдруг, будут еще. Если вдруг мы поправимся больше, чем на 5 килограмм, то я думаю, что мы будем напоминать уже прошлые группы, бойс-бенды. Она в нынешнем сейчас в нынешнем состоянии. Время, да. Ну, руки вверх. Там, понятно. Знаешь, ладно, и, кстати, я злостно нарушаю контракт, потому что с финала ты шоу я поправился на 10 килограмм. Я весил 55 килограмм. Да ты что? Ну, он вырос еще, как-то. Ну, я вырос на сантиметров 10. Ты был 2 года назад. Мне было 16 лет, да. У него просто 16 лет. Вырос на 10 сантиметров? На 10 килограмм поправился. На 10 килограмм поправился. А вырос с сантиметров на 15 лет. Тебе сейчас сколько лет? 18 получается? Ты недавно закончил школу? Да. Ты самый молодой участник группы, собственно.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот просто у меня... Они незаметно просто. Не-не-не, по тебе заметно, что ты чуть моложе ребят. У меня такой вопрос. Мне просто в 18-летнем возрасте, я мечтал о том, чтобы хотя бы одна девушка на меня посмотрела. Вот тем самым взглядом, на который смотрят на тебя миллионы. Вот как ты с этим живешь, скажи, Никита? Вот не знаю, живу спокойно, но вот у меня есть одна мечта. Вот так. Мечта. Давай, вот колись. Военный билет. То есть ты хочешь, чтобы этим взглядом на тебя посмотрел военком? Итак, Никита. Никита, ты свободен. Если ты споешь для меня лично... Прощание славянки скоро совсем услышим. Хорошо, окей. Вообще, есть ли в контракте пункт про личную жизнь, интересно? Ограничивает ли вас? Можно ли уехать? Вот вдруг на концерте понравилась какая-то девочка, а вы ей априори нравитесь. Можно ли? А она еще вдобавок, ей старше, она старше, чем 18 лет. Она дочь губернатора области. Вот. И многое-многое-многое. Тогда другое. Один солист останется там жить. Навсегда. Не, ну серьезно, можно ли, ну, действительно, с девушкой пройтись, погулять по городу, по контракту? Разрешается. Конечно. На самом деле у нас контракт, он написан в рамках какого-то элементарного человеческого воспитания, которое тебе вкладывает мама с папой. Вот, там написаны вот такие правила, а каких-то там прям жестких рамок не существует. Очень простые и логичные. Единственный момент просто, почему мы, допустим, не можем так сильно контактировать там с девушками, потому что вот это количество девочек. Слушайте, они замолчали. Девочек, они прям слушают, они ждут ответа, да, потому что это очень интересно. Они просто готовы, я не знаю, загрызть там друг друга, ну, и это не очень хорошо, поэтому личная жизнь остается личной. За кадром. Да, и поэтому наши сердца, они свободны, открыты, нам проще подарить любовь всем, нежели одной, и чтобы ее потом убили. А так вообще контракт состоит из 11 пунктов. Не своруй, не прелюбодействуй. Не убей друга на сцене, тем более. Ваши поклонницы. Не, ну бывает разное, когда у вас каждый день концерт. Каждый день концерт, можно утомиться друг от друга, это естественно. Ваши поклонницы действительно могут пойти за вами и хотят пойти за вами куда угодно и в огонь, и в воду. И вопрос логичный. Вы ощущаете ответственность за то, что вы поете со сцены? Что вы говорите этим юным девушкам со сцены? Вот расскажите об этом. Это, наверное, основной пункт нашей деятельности. Мы каждый концерт говорим, несем в массы наши идеи, наши помыслы, наши моральные какие-то принципы. Да, действительно, устой. Мы к этому очень серьезно подходим. И мы, мне кажется, как никто другой понимаем, что слово не воробей, его не понимаешь. Поэтому стараемся говорить какие-то правильные вещи. Стараемся, да, вкладывать какие-то правильные вещи, потому что, ну, правда, некоторые из них слушают нас больше, чем своих родителей, и поэтому хочется все-таки говорить им что-то правильное, правильное, нужное. Да. Закладывать правильные мысли в голову вашим поклонницам. Мы говорим о любви, о мире, во всем мире, чтобы не было войн, чтобы они были свободными людьми, счастливыми, самое главное, и чтобы... Мне кажется, стоит поаплодировать. Они для вас. И кстати, да. Они с нами делятся тоже. Тоже да. Делятся. Но на самом деле, подождите, давайте оставим эту тему, потому что мы, как бы решив, что это действительно для вас важно, что вы чувствуете ответственность за них и за то, что они думают после ваших концертов, мы решили, что нужно немножечко поменять тексты ваших песен. Чуть-чуть. И в песнях петь конкретно о том, что было бы полезно делать или не делать в этом возрасте. Мы написали, немножечко изменив текст песни, мы написали новый текст песни, одной из ваших песен. Он сейчас появится, он уже на экране, эта песня, она вернется. Я прошу вас сейчас, там все будет написано, кто должен петь. Для начала спеть припев этой песни. Девочки послушают, мне кажется, родители после этого будут ваши фанатками тоже, их родители. Потому что здесь все правильно, правильный текст. Вы поете вместе, а потом Артем еще зачитает небольшой рэп, если ты не против. Да, я там уже это поет. Вижу, да, что там. Все, да. Итак, акапельно, 3-4, давайте, ребята. Надень ты шапку, надень колготки и пуховик, что прикрывает попу. Ешь больше фруктов, пей витамины, что на учебу оставали силы. Послушай, мама, по-другому быть не может, нет. Подтяни алгебру, тогда поступишь на бюджет. Не делай пирсики, не бей тату на пояснице. Придет 3 года, твой рассудок прояснится. Не надо маме врать и по ночам тусить. Не пробуй алкоголь, не начинай курить. Иначе через много лет любимый мальчик кольцо наденет на подружкин пальчик.
Понимаете, да? Да. Подумайте об этом. Возможно, вот именно такие инструкции должны звучать из ваших песен. Конкретные. Ну, реально на подружкин пальчик надеть. Да, подумайте об этом, девочки. Это серьезно. У вас концерт будет. Юбилейный концерт. 22 ноября. Бат-арена. Бат-арена. Это главный повод. Кто пойдет, поднимите руки из тех, кто... А, ну, естественно. Да, все понятно. Только оператор не идет, но мы его еще уговорим. Нет, так мы просто ему вручим билеты, он пойдет на концерт, естественно. Оператора спросим, давайте. У вас есть дети? Есть? Сколько лет ребенку? Забыл. 18. 18 лет, все, ребят. 18-14. 18-14, это ваша аудитория. Все, то есть, идут вообще? Все идут, да. Надюшка Истратова спрашивает... Кто-то знает Надюшку, да. Судя по смеху в зале. Значит, расскажите немного о концерте. О том, что вы придумали, да, что общем, будет необычного на концерте. Во-первых, мы презентуем свой первый сольный альбом на этом концерте. И, конечно же, там будут новые песни. Вот. Новые песни. И, в принципе, мы всю музыкальную свою программу перелопатили и сделали совершенно по-другому. Не хочется раскрывать всех тайн. В общем, мы сегодня уже собрались и полноценно прорепетировали первый раз вот так, как это будет на концерте, и прям кайфанули сами. Программа готова, вот. Концерт почти готов. В общем-то, вот то, что, за что мы ручаемся, это качество. Качество будет стопроцентное, будет настоящий будет запад. Сюрпризов. Будет очень клево, и мне кажется, вот... Можно уже, слушатель, кажется, который придет... пару сюрпризов так намекнуть на то, чтобы... Намекнул, ладно, приедет Брэд Питт. Так. Ну все, достаточно. На нашем концерте просто Анджелина Джоли и Брэд Питт поцелуются. И сойдутся. Церемония регистрации брака будет. Они, в принципе, расстались для того, чтобы на нашем концерте сойтись. Вот, торжественно. Это неплохо, это хороший пиар-ход. Да. Вот мы так постоянно шутим, а потом реальные новости выходят. Недавно прочитал про Толика новость, но я реально угарнул, потому что мы все втроем получили недавно визу в США, да. Хотим поехать туда просто отдыхать. Просто так получилось, что я самый вот. Первый получил. Толик получил ее первый, как бы выложил фотку в Инстаграм о том, что он нереально счастлив, и все, погнали слухи о том, что он уезжает в Штаты. Жить в Штаты. Я бросаю. Но самая смешная Иосиф Кобзон под видом вчера. Да, естественно, под видом Цоя. В общем, в Казахстане одна газета написала о том, что Цоя в общем, воспользовался помощью нашего друга в получении визы и расплатился с ним, просто подарив ему машину. Откуда они это взяли, непонятно. Но просто это... дадут между строк прочитали. На фотографии типа... просто я сфотографировал. Под визой написано было просто. Да. Я тут же... С машинами. Я соседа. Тут же позвонил Толику, говорю, Толян... Какого хрена ты ему машину подарил? Я мог бы как бы тебе тоже помочь с визой. Просто после этих новостей, понимаешь, на следующий день звонит мне, алло, здрасте, начальник налоговой там. Я говорю, вы что? Я кореец, откуда? Из Казахстана, у меня денег нет. Какие машины? О чем вы? Я говорю, на визу еле заработал, теперь вопрос, полечу, нет, потому что денег на билет нет. В основном казахстанцы гоняют машины, между прочим. Да, да. Это вот как раз могли подумать о тебе такое. Наш партнер, журнал «Эль», устраивал конкурс среди своих подписчиц. И у нас в студии находятся три финалистки этого конкурса. Это Настя, Наташа и Катя. Где они? «Эль Гёрл». Вот они, собственно, на первом ряду сидят. Задание было невероятно сложным. Нужно было сфотографироваться с обложкой «Эль». Журнал, вот он журнал, вот нужно было сфотографироваться вот с этой обложкой, вот этот журнал. Это непросто, я думаю, что не у каждого получится. У меня даже как-то вот криво получается. У них получилось очень классно. Они выиграли, было огромное количество участниц. И дело в том, что нам нужно прямо сейчас, ребята, определить победительницу. По фотографиям? Да, которая получит два... билета на концерт. Одна из трех, да? Одна из трех. Ну нет, возможно, не так. Возможно, каждая получит сейчас по билету. Есть еще такой вариант. Ну вот этот вариант. Объясняю правила того конкурса, который мы придумали. Смотрите, сейчас эти девочки будут по очереди выходить сюда. Их зовут Настя, Наташа и Катя. И к ним по очереди будете выходить и вы. И становиться будете напротив друг друга, собственно. Mm-hmm. Задача этих девочек будет в течение 30 секунд, смотря в глаза своему кумиру, вам, выдержать, не проявив на лице, не показав ни одной эмоции, и не отвести взгляда. Это важно. Вы можете делать все, что угодно. Они проиграют сейчас. Да, я знаю, возможно, они проиграют. Но кто-то, может быть, останется более стойким и получит билет на концерт. Итак, пожалуйста, первая. Кто у нас пойдет первая? Ну, давайте я буду выбирать, это будет Настя. Где у нас Настя? Нам тоже встать нужно, да? Прошу, вставайте. Кто у нас будет первый из вас? И кто ее развеселит? А кто первый? Ну, возьми. Итак,
пожалуйста, Никита, вставай вот сюда, вот на эту полосочку. Она сразу поняла, что она проиграла. Тебя. Так, настойте, проходите, проходите. Настя, думай на концерте, 30 секунд, и ты будешь на концерте. Итак, время пошло. Держись. Смотрим, смотрим, 30 секунд пошли. 29, 28. Никаких эмоций. Привет. Я не знаю, просто у меня у самого все пропало в голове, все мысли. Давай, ты, Никита. Не обязательно что-то говорить, просто смотри. Ты сейчас проигрываешь, Никитос. Ну давай. Мне кажется, Настя не твой фанат однозначно совершенно. Ей вообще все равно. Не, она сейчас думает, колбаса, колбаса. Все, вот, кстати говоря, Настя сорвалась. Настя не смогла этого улыбка. Это я развеселил. Ну, правда, она сдержалась. Ладно, Настя пока что сдержалась. Настя становится, садится на свое место. Давайте поаплодируем Насте. Я растерялся, блин. Ребята, вы вообще можете просто смотреть. Поверьте, этого достаточно. Нужно, чтобы не отвела взгляд. Либо улыбнулась, либо засмеялась, либо засмущалась. А, то есть любые эмоции? Любые. Вы можете танцевать. Капец, вы можете делать вам что угодно. Итак, следующая, Наташа. Идите сюда, Наталья, поаплодируйте. Наталья встает вот здесь. Тёма, давай. Давай. Напротив встает Тёма. Наташ, я на самом деле хочу, чтобы ты выиграла. Поэтому. Итак, время пошло. Да ладно тебе, Натаха, хорош. Начинаю. Натаха, ты что? Блин, я боюсь. Тёма, смотри. Время идет. Где у нас время? То есть вот так, да? Это после всего того. Вот сейчас какая-то полуулыбка уже была. Полуулыбка, да, была уже. Мама знает, кто ты хочешь? Там песня на фоне играет. Бум! Нет, вообще ничего не происходит. Видишь, давай аплодируем Наташу. Наташа выигрывает билет абсолютно точно. Молодец. Наташа, садитесь на место, и пожалуйста. Такая, прикинь, сейчас ушла. Наконец-то у Наташи появились какие-то эмоции. Наташенька, ты я даже, честно говоря, подумал, что вообще никаких эмоций. Екатерина, прошу. Пожалуйста. Ну, давай. Ну и, собственно, Анатолий. Давай, у нас, между прочим... Только вставай вот сюда, вот на эту линейку, да. Между прочим, мы по градации, вот. Ты готова? Время пошло, запустите таймер. А, слушай, анекдот. А, колобок повешался, русалка на шпагат села, Буратино утонул. Короче, шел я как-то к бабушке, она мне говорит, возьми пирожков и иди к волку. Я говорю, зачем бабушка? Она говорит... Ладно, это была плохая история. 11 секунд мне осталось. 11 секунд. Ребята, помогите. Смотри, помогите. 22 ноября у нас концерт. Не верь ему. Он соблазнил мою сестру и бросил. И брата. Я даже прокололся уже не смог. Все, время молодец! Закончилось. Ура. Блин, капец. О, все, такие вот стойкие девчонки. Я бы не выдержал, честно. Ребята, давайте поаплодируем девочку. На самом деле, мне кажется, все смогли справиться однозначно. И хоть я и сказал, что на уже почти в самом конце у нас Настя прокололась, это не так. Это была такая легкая улыбка, поэтому каждая поклонница, каждая финалистка получает по одному билету на концерт МБМ 22 ноября в клубе Бат-Арена. Приходите все желающие, даже операторы дети пойдут, мы уже выяснили. Называется концерт «Без фильтров». Кстати говоря, у нас есть несколько интересных версий того, как расшифровывается буква М. Давайте прямо сейчас я вам расскажу несколько вариантов. Давай. Первая версия, скажите громче. Ми-ми-ми бэнд. Вторая версия, не менее интересная, Мавзолей бэнд. Это, ребят, через 60 лет, когда вы будете продолжать творчество в группе. Следующий клип у Ленина там в гостях будем снимать. Да. Третий вариант, Мстители бэнд. Ну, это уже мощнее, да? Да, звучит, да. Мне кажется, Халк Артем, однозначно совершенно. Конечно. И четвертая версия. Как еще раз, как называется? Мой бэнд, судя по всему, прислал Константин. Мой, это в смысле... Да. Я думал, помыть надо. Нет. Итак, мой бэнд. Второй вариант, значит, Мавзолей бэнд, Мимими бэнд и Мстители. Какой вариант вам больше всего нравится? Ну, пусть будут Мстители, да. Мстители бэнд. Такие. Дорогие друзья, у нас в гостях был Мстители Бен. Давайте им поаплодируем. Спасибо.
Спасибо. Ребята, я вам желаю отличного концерта. Это первый большой сольный концерт, чтобы вы уходили с не меньшими эмоциями, чем после того первого. Спасибо. Чтобы действительно буря эмоций. Спасибо, что были спасибо. У меня в гостях. Спасибо. Окей, на связи. Пока всем. Приходите на следующей неделе. Пока, ребята. Спасибо вам, девочки. Вы классные.